Всем здравствуйте. У меня сегодня прекрасная новость. Стою около ДНС. И почему бы вы думали, я стою здесь? А потому что новый телефон себе купила, взяла в рассрочку. Samsung S10 E. Вот такие вот дела. Это последнее видео на мой старенький телефончик. Кстати, очень удобно. Заказала на сайте. Приехал на следующий день курьер. Мы все обговорили. Но в наличии их не было. Их же ведь уже практически нет. Я и выжидала время, думаю, подешевле, чтобы последний ухватить. Но 40 тысяч все равно он стоит. Было время, по всяким акциям они были 25. Но в то время... Я только-только взяла себе телевизор, по-моему, и не было возможности. Ух ты! Мальчишки катаются, шумят. Не было возможности просто рассчитываться сразу еще и там за холодильник, за телевизор, еще и за телефон. А сейчас взяла. Вот такие вот дела. Вот это спецэффекты. То мотоцикл, то скорая. Он кому-то скорая поехал. Все, будут новые видео с новым телефоном, с моим красавчиком. Он даже в цвет. Наверное, уже догадались, какого цвета он будет. Да, он будет желтый. Ой, знали бы вы, какая я счастливая. Я со своим вот этим телефоном, на который сейчас снимаю, S4 mini, 7 лет проходила. И канал свой начала вести именно только с него. Больше ни на какой не снимала, а только на него. Я вот думаю поснимать сравнение на тот и на другой. В этом-то ни стабилизации, вон ничего нету. Но тогда еще этого и не было ничего. Ну, все-таки я на него снимала. Надо будет, наверное, правда, пофотографировать, сравнить. И поснимать, сравнить. Что получится. Все, забрала, иду домой. Счастливая. Снимаю с нового телефона. Посмотрим качество как. Как стабилизация. Сравним с моим старым. Посмотрим вблизи, как будет. Вот так цветочки вблизи снимаются. Вроде фокусируется даже нормально. Это S10e Samsung. По школьному полю пройдемся. Кстати, он и стерео классно пишет. Сейчас еще погуляем, посмотрим. Кстати, стабилизация уже чувствую, что хорошая. В школе все поразрослось, ничего не узнать. Надо посмотреть, как... Смотрите, приближаю. Прям там сантиметров 10 до ствола. Ну-ка, как он? Сразу прям фокус. Интересно, ведешь быстро, он так плавненько, медленно. Все, поплело, смотрите. Так-то прям красиво смотрится. Прям красивенько. Смотрите.
прелесть какая в зелени, как здорово. Вот я зашла, прям такой темный уголочек между крыльцом вот здесь. И тут, видите, забор. Своим бы тем телефоном уже было темно. А тут прям вот хорошо. Это хризантемка цветет, по-моему, так. Красота. В школьном дворе тишина. Середина лета. Ну как середина? Конец июля, месяц остался. У нас дожди были, смотрите, вон лужи. Да, конечно, асфальт здесь оставляет желать лучшего. Когда-то был целенький. Интересно, выйдут ребятишки у нас учиться или нет? С 1 сентября. Может и нет. Вот мне прям как-то охота, чтобы сразу он увеличивал-то. А он что-то никак. Стабилизацию надо отключать, чтобы можно было приближать. Да, получается, стабилизацию выключаешь. И тогда можно приближать и отдалять. А я иду дальше по школьному двору. Солнышко уже садится. Сейчас вон там за дома и все, и сядет. Разрослось все как, ой-ой-ой. Уже и лет прошло немало. Ярко так. Хорошо. Вот мне интересно. Пробовала сегодня дома. На своем старом я снимаю видео. Включаю фонарик и снимаю видео. И все четко. А тут включаешь фонарик, только камера включается, фонарик тухнет. То есть получается невозможно. Смотрите, какая красота. Это гортензия. Тут красиво все. Смотрите, какая красота в школьной ограде здесь. Прям прелесть. Гортензия расцвела. У нас когда-то комнатная была гортензия. Красивая такая, сиреневая. Вон, видите, какая она. Прелесть. Эти тоже интересные. Красивенькие какие. Здесь тоже понасадили. Вот смотрите. Ярко так. Красота. Вот широкоугольный. Видите, как здорово. Как захватывает. Сейчас переключусь на простой. Разница ощутимая, да? Вот это да. Вот широкоформатный. И там даже видно вон все. Вот приближаю. Да, надо приноровиться, конечно, ко всему к этому. Ничего, дело наживное. Привыкну. Шишки кругом лежат. Видите, шишечки? Все, домой пошла. Клумба какая. Вот. Красивая, яркая. Все зелененькое.
как клен зарос тут весь. Здоровенный. Ребятишки вон там что-то занимаются. Бегают. Вот и лето. Все равно секции какие-то, наверное, работают. Школьные. Маленькое, уютное поле такое школьное у нас. Everything's quiet, just the sound of the night.